Ну вот, Саш, продолжение. Вот я показываю татарник. Тут они большие по сравнению к кустике. Они будут по 2 метра высоченные. Много на них корзинок. Но сейчас они его не берут. И давал, домой резал. Нет, не время еще. Попозже не будет. Октябрь, сентябрь. Сейчас они вот на этом бодяге. А я тебе вот показываю синеголовник. Тоже растение. Тоже, но он только отцвел. Вот зависть видишь, да? Только отцвел. Это они зимой едят. Ну, я тебе сказал бы, знаешь, ну, мы закармливаем, конечно. А вот в бескормицу, да. Они его хорошо берут. И в книгах голландских есть он. Это растение, что как кормовое для птиц. И у немцев. Ну, вот сейчас попробуем пройти здесь. Тут коровки повытаптывали. В принципе, проход есть. Я хочу посмотреть. Ну, порезали крапиву здесь, конечно, все вот эти вот хозяева, да, фермеры, курам, утам, утям. Утям навряд ли, наверное, все курам. Ну вот он, татарник. Еще один кустик. Крапиву порезали. Куров, наша, она витаминная, понимаешь? И семян практически нет. Вот есть, он такой вот цветет, отцвела, но только-только. Вот, только-только. И только-то жиденькая, жиденькая. Видишь, ни макушек, ничего. А тут, конечно, ее заросли. Вот они, кормовые места щегла. Вот они, бодяги тут его полно. Вот я показываю, глянь. В рост, выше, 1,80 м где-то. Вот. Ну, сейчас нарежу. Много не режу. Десятка два достаточно. Вот крапива. Они ее порезали. Макушки, нет семян. Там есть, я наблюдал. Немного. Ну, бузина, вот я показываю бузину. Вот, ну, зеленая. Не знаю, у вас это поюжней. Она и будет получше. Ну, тут бодяги, знаешь, они вот одного вида. Вот есть головка, даже крупная такая. Вот она. Крупная, семенами. Вот она, тебе показываю. Вот. Не знаю, сейчас срежу ее. Такие я режу. Это 100%. Семян, не пустоцвет. Вот он. Опа. Мне нравится такой бодяг крупный. Ну и мелочь пойдет. Вот, не знаю, сколько его. Тебе показывают. Вот рай. Рай для птицы. Такие как щегол. Ну, коноплянку не видел никогда, кормящийся на бодяге. Дома даю. Берет, ну, не так, как щеглы. Видно, клювик не позволяет. Хотя татарник грызла. Ну, в зависимости от голода. Вот сейчас пойдем. Тут, короче, рай. Растения, воздух. Пчелки летят, опыляют. Вот он, синяк обыкновенный. Глянь, сколько вот этого. О, глянь, какие шикарные. Шикарные ветки. Стволы прям шикардосовские. Вот полынь, которую тебе говорил, австрийская. Вот она больше не вырастает. Ну, запах, я тебе скажу, сильный. Тру. О, класс. Супер. Вот раньше, между прочим, варили пиво. Но они туда хмель не добавляли. Хмель-то потом уже стали добавлять. А добавляли, ну, чтобы, естественно, чтобы не портилось, в первую очередь. Добавляли, значит, полынь. Полынь добавляли и добавляли пижму. То есть вот эти горечи, они как бы продлевали жизнь пиву. И она не... Ну, определенно, конечно, никак не долго. Не месяцами, конечно. Вот он, шмелек подлетел. Вот он, красавец. Вот он. Грызет. Успеть бы. Скоро осень, надо жир накопить. Вот он, пошел. Вот он кустик. Бодя прям симпатичный такой. Он такой, блин, красивый. Вот. И чтобы наше пиво не портилось, его, значит, добавляли полыньку при варке, уже при конце варки. Или пижмочку. Я тоже, кстати, делал. Вот он, какой красивый, а. Глянь. Ну, прелесть. Ну, как не срезать его, да? Вот он, срезать его сейчас нафиг.
Но хочу показать тебе семена крапивы. Вот сейчас мы подойдем. Тут заросли, короче. Собирай не хочу. Вот он. Тысячелистник. Вот он уже с семенами готовый. Так, как мне тут пройти еще? Вот он, кустяка с семенами. Вот это семена. Вот это семена. Хозяйские. Ну вон, крапива. Идут тебе полно. Полно. Крапивы тут всякой. А, по ногам. Вот он, циклохена. Ну еще увидишь. Только зависть. Ну к осени вот и что-то. Вот она. Только цвести начинает она. Вот она, крапива. Вот она. Это еще только цветет она. Только начинают семена. А я тебе покажу, где которые уже почти есть семена. Вот я посмотрю, получится мне срезать или нет. Вот она, что у нас. Ну, у нас лопух большой. Он только вот начинает. Хотя вот корзинки, вот они. Вот они. Вот они. Семена. Ну еще не знаю, еще цветет. Ну как это она порезали. Вон семена. Вот это молодые. Вот они. Молоденькие семена крапивы. Вот они. Вот они. Но попозже. Прийти через недельку. Они будут готовы уже. Ну вот. И лопух здесь есть. Ну давал, знаешь, вот даже в таком состоянии, вот я показываю. Вот видно, да, уже что он отцвел. Вот он. Давал в таком состоянии. Не берут. Не то, не хотят они, понял. Не хотят. Цикорий, синяк обыкновенный. Вот эти бодяги. Мелкие вот идут вход сейчас. Ну, показываю, что стоит в зарослях тут. Вот, так что вот такие дела. Бузина нет. Бузина еще зеленая. Хотя они вот начинают, вот ветка, смотрю. Сейчас я увеличу. Увеличу. Увидишь, что вот она, да? Вот. Только-только начинает она чернеть. Ну, через неделю-полторы уже можно будет рвать на компоты, на заготовку. Все, Сань, давай, до связи.